Ребят, всем привет! У нас сегодня посылочка от зрителей с интересного места. Боря, когда на почту ее забирал, аж удивился. Говорит, это что такое за республика? Республика Мари Элт. Представляете? Значит, город Йошкар-Ола. Йошкар-Ола. Йошкар-Ола? Йошкар-Ола. Ну, Алла или Ола? Алла, Алла. Алла, Алла. От Марии Ивановой спасибо вам огромное. Вообще не представляю, что здесь. Но сейчас вместе посмотрим. Так. Ага, это новогодние подарки. Что будем делать? Открывать здесь или детям отдавать? Нет, или на Новый год откроем. Может, точно на Новый год оставить? Ну, да я... давай. Слушай, а если здесь есть что-то, что портится? Мы же не знаем, что там. Ага. Ой, нет, это не... О, короче, я не знаю даже, что делать, честно, ребят. Я прям в шоке стою. Вкусняшка к чаю. Это для всех? Получается. Ну да, 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 да. Это, скорее всего, какие-то печенюшки или что. Прям я даже не представляю. Я не знаю, что сейчас делать, честно. Вот что. Вот делать? Просто давай разбирай, да и все. Мне хочется всей семьей раскрыть. Именно вот этот момент. Ну вот мы сейчас сделаем, посмотрим, а потом как откроем. Тут я должна объясниться. Пока я собирала вам посылку, мне... Так, сейчас, подождите. Я прочитаю, потом скажу, можно это или нет вам читать. Но это же личное сообщение, наверное. Короче... Это вещичка Ани. Ани. Подарок Ани. Это лично Ани подарок. Не буду читать там сообщение, но сама суть это Анютке. Еще одна вкусняшка к чаю. Так, у нас уже два чаепития будет. Таких с вкусняшками. С гостинцами. Так, мне прям заинтересовало. Читаю. У вас часто... Кстати, интересно, когда посылку присылают и подписывают, к чему это, почему, для кого, ну, какие-то такие вот делают... Пометочки. Пометочки, да, хоть понятно. О, слушай, точно. Вот одна из пометочек. У вас часто выходит видео о занятиях. Может, это станет для кого-нибудь интересным способом закрепления знаний. Я даже не представляю, что здесь. Может быть, ежедневник. Ну, непонятно. А вот мягкие эти, типа тетрадки или книжка, может быть, какая-то. Может, энциклопедия какая-то. Ага, вот она. Йошкар-Ола. Ой, красивый какой город, смотри. На воде стоит он или что? А, слушайте, в каком вы городе красивом вы живете. Ну, это зависочка от нас. Меня зовут Мария, я смотрю ваш канал уже несколько лет. И очень захотелось поздравить с наступающими праздниками. И пожелать успехов. Спасибо вам огромное. Ну, тут еще на лето. Спасибо огромное за такой подарочек. Так, для ваших семейных вечеров... Для ваших семейных вечеров это, скорее всего, какая-то настольная игра. Похоже. Настольная игра, ребята. Я вот я прям это первое, наверное, что хочу открыть. Так, это вторая часть подарка. Откройте в конце. Откройте в конце. Вторая часть подарка. Это, скорее всего, к этому, нет? Не. Ну, это вторая часть. Это все первая часть. То есть мы должны были открывать вот так последовательно, как доставали? Я уже забыла последовательность. А можно открыть непоследовательно? Я помню последовательность. Это последний подарок. Это Фадмиран. Фуамиран. Я не могу понять, это Д или М. Миран. Часто видела на Ютубе, как из него делают классные елочные игрушки. Надеюсь, он вам пригодится. Фадмиран. Фадмиран. Ну, посмотрим. А может быть, это вот это вещество, как оно называется там? Ткань. Ой, как? Нет, это не он. Там как-то называется. Он, короче, слушайте, мне прям интересно. Так, что делаем? Ребята стоят вот рядышком. Давайте голосами скажите. Открываем прямо сейчас. Открываем сейчас, и открываем на Новый год. Сейчас. Я открыла на Новый год. Сейчас. Раз новогодние подарки, под елкой сохраните тригу. Сейчас. Так, дети хотят сейчас. Сейчас. Что делаем? Сейчас. Сейчас. Все за сеть. Вот нетерпеливый. Сейчас тоже с нетерпеливыми детьми станем. А что не... Да, давай вон к чаю, смотри, все у нас теперь. Хорошо, давай. Хотя у нас и так есть давай чай. Давай закончим с последовательностью, которую доставали. Вспоминаем. Так, игра в последовательность. Вот это первая была, да. А мне так рвать жарко. Давай, рви. Мне так рвать жарко. Кто хочет мне помочь? Я. Давайте, открывайте. Смотри, давайте по одному каждый откроет. Боря, иди сюда. Это садись. Аня, я даю Ане. Анютка, открывай, да. Только покажешь нам, хорошо? Анютка свой подарок откроет и покажет нам. Садись, это подождите, следующий. Сейчас я вам разделю. Саша, Боря, ты открываешь. Так, следующий. Давай, ты эту открывай, ты эту открывай. Папа, откроет игру или давай я? Давай ты открывай игру. Я.
Если это игра, может, это основная свечка. А это? Да. Нет, здесь такие свечи, которые. Нет, здесь для ваших семейных вечеров. Если вы тоже думаете, что здесь игра, ставьте лайк. Я по вашим лайкам посмотрю, кто тоже так думает. Попали. Да. Что там? Чикопайки. Гарри Поттер. Мама. Спасибо вам, Гарри Поттер на английском языке. Аня, Аня, там есть такая, есть. Не снимешься, нет? Нет, не понятно. Да. Какая спасибо. Класс. Гарри Поттер на английском, это действительно, ну, они обожают Гарри Поттера книжки. Перечитали русский, уже начинают по новой читать. А на английском оригинал. Ребята, вам будет повод. Вот это. Это просто безумно классный подарок. Вот спасибо огромное, да. Прям в точку. Ты как сидишь, не знаешь что-то. Ага. Ты не знаешь что-то. Это, Чикопайки, такие, видишь, это мы оставим к Новому году, да. Хорошо? Как да, раз да, на да. праздничный стол. Да, классно. Это к Новому году. Вот это очень интересно. Открывай, Тёма. А давай мы с Пашей, поможешь мне это открыть? Давай, ты откуда распаковывай? Ну, кто что думает здесь? Я знаю, что это. Я, кажется, знаю, что это, когда мы начинаем. Я сразу скажу, у нас такой нету. Это я знаю. И кто ставил лайки, были правы. Вообще... Колонизаторы! Ребята, это может мальчишкам понравиться. Настольная игра Клауса Тойбера. Катан-колонизаторы. Откройте поселение, добывайте сырье, торгуйте и побеждайте. Подожди, я... Это типа монополии, скорее всего. О! Когда вы колонизируете. Прорыв, рыцарь. Играли? Да. Все, спасибо огромное. Преследую новую игру. Нет. Вот это еще маленький для такой игры. И Анютке вот такие вольфики подарили. Спасибо огромное. Она открыла. Класс. Так, давай, открывай. Это типа какого-то пенополистирола. Это не футер, не как он называется. Это бумага. Бумага? А ну давай. А, ее вырезать можно. Вырезать. Да. А я думала, это вроде бы как футер называется. Нет, это не то. Подожди, Тёма, подожди. Не доставай всю. Какая фоамиран. Все-таки это А. Фоамиран. А, вот смотрите, какие игрушки делают, да? Да. Всякие эти. А можно мам взял, обвел, вырезал, красиво. С другой стороны олененка повесил. Спасибо огромное. Подождите, достать. Все только не доставайте. Я сейчас одну поддостану, посмотрю, какая она. Какая она приятная. Смотрите, ребята, с вас под эти игрушки на Новый год. Можно. А знаете, что я предлагаю? Вот смотрите, есть такие банчики. Давайте мы в интернете посмотрим игрушки из Фоамирана на Новый год. И украсим ими дом. Например, точно, ванчик, точно. Красиво, на холодильник принесли. Точно. На, там, где-то по дому. Понюхай, А он еще пахнет вкусно. Он вкусный. Они по-разному пахнут. Нет. Боря, вообще так прикольно пахнет. Я потом понюхаю. Я резина хочу поесть. Вот такой мягкий. Я не знала вообще, что такое есть материал. Кто такой материал видел до этого? Нет. Видел? Пахнет. Именно такой. Хочу порезать. Вот вам задача сделать разные эти. Это цветные. А, вот смотрите, сколько цветов. Не надо цвет. Не надо. Я поняла. Вот здесь показано, какие есть цвета. Золото. Короче, спасибо огромное. Спасибо. Вообще очень благодарны. Вы очень угадали прям с подарками. Поэтому вообще спасибо огромное. Все, будем тогда убираться. Смотри, об себя не трогай, потому что оно, видишь, золотистое. Оно, кстати, дай я посмотрю. Оно. Да, оно делается. Нет, не так, как на игрушках. Нету, смотри. Вот это делается. Надежда. Ну, может, чуть-чуть совсем, но не так, как на игрушках. Все, будем заканчивать. Ребята, желаю вам закрепить ваш английский язык. Полиция. Спасибо большое. Вы вообще низкий прям поклон вам.